Народ, мы с вами в магазине бренд Фулес, бренды за маленькие деньги. Здесь есть футболки, сумочки, штанишки, обувь. В общем, все покажу, все расскажу. Магазин такой мы с вами видели в Абу-Даби. Называется он сейчас бренд Фулес. И он есть в любых молах. Дубай, Абу-Даби, Шарджи. В общем, приезжайте, смотрите. Сейчас все покажем, все расскажем, все озвучим. Поехали смотреть. Выходим из магазина Макс. Вот теперь такой большой просторный холл с магазинчиками. А вон магазин бренд Фулес. О, класс. Рассказывали вам про эти бренды в Эмиратах. Можно купить бренды за небольшие деньги. Ну, сейчас зайдем и посмотрим. Магазин бренд Фулес здесь просто здоровый, напоминает дубайский даже. В Дубае мы были. И в Абу-Даби мы были. Конечно же, здесь представлены Чиба. Кофе нас это не интересует. Нас интересуют бренды. Но здесь есть много всего. Даже чемоданчики есть. Сейчас посмотрим. А что в долларах? А, 119 дирхам. 119 дирхам, 139 дирхам. Чемоданчики. Зачем-то цена в долларах еще написана была. 149 дирхам. И... 369, 100 долларов. Не знаю, видно, не видно. Но если чемоданчики в этом магазине, значит, они точно хорошие. А этот, тут цены нету, может, уже продан. Ну, прикольный такой самый из них. Ладно, чемоданчики посмотрели, идем дальше. Далее снова Чиба. Хорошо, здесь размеры висят. То есть можно сразу посмотреть и взять. Чиба очень классные всякие маечки, ночнушки, пижамки. Эта фирма, как оказалось, действительно меня это удивило, делает не только кофе. Вот Чиба, я была уверена, что это кофе. Но не только. Такой большой, огромнючий магазин. Когда он только открылся, здесь в Иляне такие очереди были. А сейчас, пожалуйста, спокойненько можно себе ходить и смотреть. Вот термо. Термофутболки, термобелье есть. Наташе понравились, да, 45 дирхам, спортивная вещь. Вот еще покажи. Это штаны, да, тайцы-то штаны, 59. Ну это классно, ну и как, я же говорю, нас это удивило, что Чиба есть, и да. В начале 2000-х на Петровке в Киеве, там были склады, и только тот, кто знал, туда мог пробраться. Значит, да? Я не знала. Охранник на тебя смотрит, так, а ты как Чиба. Ну, класс. Там склад был, и там вот разные вещи. Мне это вот нравится цвет такой. Они настолько были необыкновенные. Они так и сейчас там, необыкновенные. 23 дирка, ну, это майка, наверное, да? Ну, это майка на девушку. Спортивный топ называется. 23 дирхама стоит. Шикарно. Да, цены хорошие. Ну, смотри, заниматься это гимнастикой. Спорт будет, да. Ну, переверни цена. 29 тоже. Ну, на русском. Применение волокна. Ля-ля-ля. Стой. Да, класс. Ха. А вот розовенькая меня еще заинтересовала. Смотри, за 19 дирхам. Что это такое? А. Тоже как с длинным рукавом, но я не пойму, это спортивная или такой? Да, спортивная. Здесь все спортивные вещи. Слушайте, здорово. Мне как для училки физкультуры вообще нравится, классно. 19 дирхам это вообще, что за цена такая? Так, кто-то, похоже, выбегает из магазина, не оплатив товар, поэтому такой пик идет. Ой, а что это такое? Для ключей? Для ключей. Кстати, смотрите, здесь мен для мужчин, да? Поворачиваемся, здесь для женщин. Смотри, на пояс какая. На пояс штучка? Да. А мне кажется, она тяжеловатая чуть-чуть. Нет, вообще легкая. Легкая, да? Легкая. А сколько такая штучка стоит на пояс? Кстати, возможно, вам Наташу не слышно? 69. 69. А бренд какой? Чиба все еще? Не знаю, нет. А вот Чиба какие труселя симпатичные, смотрите. Чиба, Чиба. Чиба это, да? Чиба. Ну, качественно сделано все. Стильная. Ой, даже шапочка такая здесь есть. Наташа, смотри, 23 дирхама, какая шапочка есть. Ох. Да, бывает в Эмиратах прохладно. Но чаще здесь пекло.
Классно. 12 дирхамчиков такие. Интересные. Вот мне, наверное, для скутера от пыли надо. Так, ну идем дальше, посмотрим бренды. Вот, я хочу такой. Ничего единого. Наташа хочет, ищет такой пояс, только бордовый. И сколько он стоит? 22 дирхама, это ни о чем вообще. Слушайте, классно. Ну, давайте дальше смотреть. Кстати, здесь очень магазин чистенький, в отличие от Абу-Даби, где я даже назвала, что он похож на секонд-хенд. Помните, где просто вся одежда была уже потрепана в одном экземпляре, все ее смотрели, было много людей. Здесь магазин очень чистый, здесь реально бренды. Бренды за маленькие деньги. Вот тоже свитшерт, женские такие свитерки, гольфики. Ну, цены, смотрите, 26-39. Главное, сразу на модельке все показано. Размерчики вам показаны. Может, сказала бы, что это пижамка, оказывается, нет, такая носибельная вещичка. Вот красивый. Посмотри, вот это вот вообще какая красота. Это спать, что ли? Я не знаю. Да. Смотри, я не поняла. А что это такое? Можно принести на пляж. Не поняла. Всякие вещи, и потом надуть, как подушечка будет. А, да, и что как бы она с тобой плавает. Это классная тема, когда ты плаваешь один, да? Ты положил все свои вещи, да. Деньги, документы. Слушай, давай возьмем. Мы с тобой всегда, когда приезжаем... 17 дирхам это фигня. Вы представляете, вы все положили внутрь, закрыли, оно с вами плавает. Подушка надувная идеально подходит для использования на пляже. Надувные внешние стенки, карманная стежка, компактное хранение. Смартфон. Это... Смартфон, слушай, надо брать. С 7 миллионами. Ах, Наташа с меня смеется. Да классная вещь. Ну напишите в комментах, ребята, что Наташка смеется. Не, ну я хочу, давай берем. 17 дирхам это меньше 5 долларов. Хотя, конечно, мы в Дубае можем оставить все, рюкзак на пляже мы оставляли, плавали, ну, стрёмно, ребята, раз, вы без документов, без денег. Да, береженого Бог бережет. Пояс. А, это брючки. 36 дирхам. Наташ, что ж тебе надо, мне кажется? Ну, тебе пойдет, мне кажется, нам надо брать. Вон всякие термосики и для деток поилочки. Со всякими тоже героями, наверное, мультяшными, популярными. Боже мой, как мне этот магазин уже нравится. О, Наташ, смотри, знакомые плавочки, мы такие тебе взяли. Вот Наташа подтверждает, качество классное, очень удобно купаться, тренироваться, все супер. Не знаю. Ну вот уже начинаются и сами, так сказать, бренды. Но здесь действительно все более чистенько. Ага, видите, не все вещи в одном экземпляре есть. По несколько. Но я как вспомню такую вереницу белых рубашек, которые серого цвета в Абу-Даби. Ох. Так, что это у нас за брендик такой, Стив Мэдден? 124 дирхама. Ну, прикольный такой, как Скетчерс. Сейчас покажем более интересно. Ну, смотрите, одежда сколько. Не, вся чистая. О, это вся чистая. По сравнению с Абу-Даби большой плюс. 55 брючки. Так, давайте мы уже будем Котю. Какие-то же бренды надо показать, реально, я только рассказываю. О, Альфани. Сколько такой ботиночек, дайте-ка я вам поставлю, не могу просто уже руку задирать с телефоном. 133. Ну, такая замшечка прикольная. Наверное, кому-то из мужчин понравится. Так, здесь брюки. А давайте-ка мы пойдем посмотрим одежду уже, футболочки. Во. Идем туда. Кстати, обращаю внимание, раздевалочки здесь есть. А, по-моему, в Абу-Даби, в Дубае их не было. Ну, сразу смотрим, футболочка 40 дирхам. Крутая, симпатичная, качество, знаете, такая, ах, прохладненькая. Ну, вон целая куча футболок, вереница просто. Вот здесь вот 92 цена. О, Поло Ральф Лорен. Ага, ну понятно, почему 92. Но оно огромное просто.
То есть я еще могу здесь покопаться и найти что-то интересное. То есть подходите, просто смотрите бренд, 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 какой бренд. Здесь видно, что по одному экземпляру, да? Так, здесь какие-то от Чиба. Либо рисовальные прикольчики, либо какие-то детские игрульки. А давайте посмотрим, с вами точно знаю этот бренд, Hawaiians, популярный, 39. 39 стоит, 39 это $10. Как бы вы купили бы за $10 такие вьетнамочки себе? Я бы купила, однозначно. А это у нас что такое? Я даже больше не вьетнамочки люблю, а вот такие вот, 49 стоит. Ну, и честно вам скажу, можете зайти на сайт, загрузить приложение. Если вы в Эмиратах, вам любую точку в Эмиратах привезут. Народ, привет! Вот заказали мы продукцию, красивые футболочки, подарочки в Brands for Less. Рассказывали про этот магазин много и на канале «Сбежала в Эмиратах», и на «Училка физкультуры в Эмиратах». Будем сейчас распаковывать и покажем вам цены. Что можно, в принципе, заказать. Но только если вы в Эмиратах, конечно. Просто загружайте приложение Brands for Less. Главное, чтобы вы знали свои размеры. Ну, там есть сантиметры, можете измерить все. Давай с зеленой футболочки. Думаю, что это моя эсочка. Скетчерс. Да, Скетчерс моя. Смотрите, фирма Скетчерс можно купить за 18 дирхам. Сколько это в долларах, смотрите, в субтитры. Надо было ножницы, да? Дерви просто и все. Опс. О боже. Ну классно, классно со всеми. А ну. Ой, какая ткань классная. 18 дирхам, друзья мои. Так, а ну по бирочке что у нас? Ага. Скетчерс. О, действительно, такой, ох. Эсочка, да? Брендовый, да, эсочка. Как красиво вот это сделано. Цвет я тоже выбирала. Хорошо такой мятненький. Сделать. Люблю, когда так делают. Ух ты, о, хорошая. Еще и тут, смотри, Скетчерс. Классно. Это нравится. Вообще это отлично. Это отлично. Откладываем, да? Дальше. Да, что я вам скажу, если вам нужно будет поменять, вы сможете поменять, но ваши деньги начислятся вам на в тот же магазин Brand for Less. То есть, по сути, вы купите что-то другое за эти же деньги. Так, это что? Слушай, что-то он какой-то большеватый, наверное. Это, наверное, Элечка, что мы заказывали. Да, топ, мы заказывали тебе топик. И сколько он стоит? Топ-бра 29 дирхам. Тоже Скетчерс. О, какой он красивый. Ну, надо мерить, конечно. Класс. Слушай, я не ожидала, что он такой красивый. Сеточка. Ну, тут, конечно, это вставки есть. Скетчерс. А ну, сейчас, я извиняюсь. Показала или нет? Ну, так. Ну, Скетчерс. Скетчерс. Кто-то не верит. Перформанс. Ну, сегодня это в магазине Brand for Less все бренды. Ребят, можно и Карла Лагерфельда там купить. И Кавали, и Кельвина Кляйна. Ну, класс, надо мерить. Так. Топчик классный. Топчик классный. Так, что теперь? Давай беленькую. Так, беленькая это у нас, наверное, Элечка, да? По размеру. О, тут хоть приличный кулечек, смотри. Опа. Это. От Гэпа. Нави. А, от Нави Гэп. От Нави. И Гэп, обе фирмы очень хорошие и очень качественные. Это одна как бы марка торговая или объединено? Не знаю. Это же я от Нави. Ох, какая приятная суша белая. Какой размерчик? Это я взяла, была Элька. Элька. Это Элька, значит, она стоит 18 дирхамчиков. Это всего лишь, всего а лишь. Что это такое? 20 дирхам, это вообще нет. $5. То есть где-то это 4 с чем-то доллара. Какая классная. Что это за ткань-то? Слушай, мы брали как хлопок. Вот это я только не поняла, отстирается или нет, что это. Да есть. Я думаю, что отстирается. Думаешь, классно, слушай. Ну, видишь, какие мы довольные сегодня. Так, сзади ничего не написано. В общем, ребята, как сделано. Посмотри, как Old Navy делает. Ну, ты чуть опустишь. Ой, извиняюсь. Я покажу. Old Navy шикарно делает. Вот эти все да, мы фирму Old Navy рекомендуем. Посмотри, вот бренд, здесь. Бренд for Less. Ее увидите, можете заказывать. Мы, наверное, вещей 10 уже купили, если не 15, очень качественные. И свитерки, класс. И футболочки, на подарки вообще просто. Мне просто нравится. Огонь. Так, теперь черненькая. Вот, да? Old Navy. И последняя черненькая у нас, это футболочка за 28 дирхам. Эмочка должна быть. О, скажи, слушай, не знаю, сюда. Как она будет, но ткань опять же. Это опять Old Navy или да, что мы заказали? Себе... Это эмочка! Это здоровое что-то! Ого, такая. Да реально, ну может это... Ну это распашонка. Ну, возможно, да. Может будет поменять размер. А я и хотела распашонку. А, ты хотела распашонку, да? Это да? Вот такой V-образный... Ну вот 18 дирхам. А, это я... Очень круто. Это...
Затком называется, положила, извиняюсь. А ну. И тут еще она как вот прозрачная, как да, будто да, бы, да, да, классная ткань. Но плотненькая. И что еще хочу сказать? Посмотри, разрезики. Вот. А есть бирочка? Бирочка, не знаю, есть. Ага, есть. Ну, бирочка очень простая, но, знаете, качество просто... Индонезия, вот, сделано в Индонезии. Индонезия, качество просто класс. И по низу посмотри, еще это, оно так закругленно идет, и угу. Разрезы. Класс, слушай, я довольна. Вот разве что не знаю, не уверена насчет этого. Ну, сейчас все померяем, ребята. Вам желаем хорошего дня. Рекомендую магазины Brand Follows. Если вы в Эмиратах, загружайте приложение. Такой вам лайфхак от девчонок, что живут в Эмиратах. Всем пока. И футболки, и джинсы. Главное, чтобы с размером вы угадали, потому что если вам не подойдет, вы можете их отвезти, но вам положат сумму на счет. На счет вот этого вот Brand Follows. То есть вам что еще придется заказать? Но обменивать можно. Все, что я заказывала уже 3 раза. Заказала и подарки, и футболки, и себе, и Наташе, и куртки. И мне все подошло. Один размерчик был больше. Я отдала Наташе футболку. Хавайнианс. Ну, прикольно. Все хавай... А, нет, не все. 49 стоит. Ну, хорошо, прикольно. Давайте дальше. Давайте начнем смотреть ряд футболок уже вот таких. Итак, футболочки. Вот видите, как удобно. Эсочки уже висят сразу. Рока Вир, да, знаю такую фирму. Видела, кстати, в этих брендах. 35 дирхам. О, вот это вот, конечно, футболочка. Сейчас я вам покажу. Ой, как бы у вас это неудобно одной рукой держать, одной делать. Ну вот, надпись, да? Если я с такой надписью приду в школу, конечно, будет прикольно. Это... French Collection Loungewear. Ну, это напоминает английский матюк. Хотела бы я, конечно, в такой футболочке здесь разгуливать, но не буду, но не буду. Вот видите, все, эсочки. Здесь все видно эсочки. То есть это все футболочки для меня. Так, что это такое? Dead Island. Это не мне кричат, я надеюсь. Тут, слава богу, нормально, адекватно разрешают снимать. Очень улыбчивый персонал. Повторюсь, охранник за нами бегал уже по всему. Просто молу, чтобы мы не снимали. Симпатичная желтая. Что у нас с ценой за желтую футболочку? 29. Футболки, повторюсь, очень чистенькие. Очень, аж приятно их трогать. Так, вот у нас что здесь снова Рока, Рока Вер. Ну тут чувствую. Так, Труссарди, реально, за 79. Труссарди за 79. Ребята, это круто. А Рока почем, которая мне понравилась, вот футболочка, 33. Слушайте, ну здесь еще и выбор есть. Ну, потому что, мне кажется, в Ильяне магазин открылся, все уже, кто мог, скупились. В том числе я много всего купила онлайн. Ну и теперь уже люди отдыхают. Уже не приходят в магазин. Вот гавайненсы прикольные, 59. И вот мне нравится такой бразильский флажок. Вот такие классные, 39. Хорошие вьетнамочки. Так, блайзеры есть, в том числе, допустим, скетчерс. Ну, видно, что маленький размер для ребенка, 22 дирхама. Ну, блайзер скетчер за 22 дирхама, это круто. Это недорого. Вот пояса, ну, такие себе, галстуки. Ну, честно, пояса, это Наташе надо будет сообщить. О, поднимаем голову, видим, кстати, здесь же ботиночки стоят. 129, асикс такой. Ну, мне он просто не нравится, он очень темный. Ну и, конечно, конечно же, здесь есть парфюмерия, конечно. 129. Чтобы такое вам показать. Calvin Klein Beauty. Сколько? 94. Чтобы сравнить просто потом. Вы сейчас можете ввести, сравнить. Ха-ха, Dunhill. Dunhill у меня теперь ассоциируется с брендом Lataf. А вы знаете почему? Если смотрите мой канал. 99 дирхам Dunhill. Ну, это вообще, я вам скажу правильно, что он за стеклом очки тоже. Захотел, попросил, получил. Так, не могу понять. Так, Марк Якобс 399. Но очки не дешевые.
Очки не дешевые, друзья мои, ого. Ну тут почти все очки по 3,99. А нет, вот за 149 есть какие-то, но я не пойму вообще, что за фирма. Да. Так-то они правильно сделали, чтобы никто их не затирал, никто не трогал, но как-то даже не понимаешь, о чем речь. Ну, духи, давайте еще, ладно. Burberry Weekend 108, Burberry Weekend Cine 89, Eternity Calvin Klein 99. Но я думаю, однозначно дешевле, чем вы бы купили их где-то в той же Sephora, дорогой. Ох, а это уже пошел мой бренд любимый. Все мои любимые спортивные бренды. Смотрите на футболочки, смотрите, сегодня как класс. Сейчас потеряюсь. Ой, какая симпатичная рубашечка. XS. Класс, 31 дирхамчик. Футболочки пошли. Это у нас что сейчас показало, что Карл Лагерфельд. Так, размерчик L. Я уже ее хочу, 79 дирхам. Это L-ка. Блин, надо будет найти себе какую-то S-ку. Или Кельвин Клайн здесь продается, или Карл Лагерфельд. Господи, запинаюсь уже, простите. Говорю столько все время сегодня. Футболки. Так, ботиночки посмотрим. 109. Какая-то замшика такая. Эти красивые, симпатичные кроссовки. Фирма какой-то там Project 158. Знаете, если Наташа меня не ищет и не подходит, хороший признак, ей здесь интересно. Ты что, Адик такой интересный? Ух ты. Адик, Рибук. Это Рибук с лентой Адика. Раннинг, кроссовки, раннинг. Сколько они стоят? 149. Ох, рукой ударилась. Ох, вот это красота. Сейчас, честно, хочется отложить телефончик и насладиться. Вот Ralph Lauren, размер S. Помните, мы с вами видели уже эту футболку, но большого размера. Здесь уже пошли джинсики. Также есть кроссовочки. Вот 149, вижу цену. Адидасики. Это адидасик такой? Вообще не видела таких. Ладно, давайте цену посмотрим. Адидасик почем? 159. Шортики пошли, плавочки. Кстати, сильно, если вы загрузите приложение бренд Foles, вы можете себе и плавки, и шорты взять. Такие самые бренды крутые. Карл Лагерфельд, который есть, Кельвин Клайн. Много сумок есть и Майкл Корс. Вот сумки не дешевые, но где-то за 100-150 долларов вы классную сумку себе купите реальную. Манишечки, рюкзачишки. Кстати, видела у наших преподов вот такие рюкзаки, думаю, где они их взяли. Наверное, здесь вот и выбрали они. Ну, дайте я посмотрю. 29 рюкзак Рибук. 29 дирхам. Держите меня семеро, ребята, это же вообще ни о чем. Вот это да, ну почем здесь скетчерсы, да? Скетчерс 59, пумочка почем? Такая симпатичная, пума 59. То есть это 29 стоит, это 59. Ёлки-палки, вот это цены. Еще куча всего спортивного. Все, я так поняла, зарплата пришла, но сегодня я ее ставлю здесь. И еще дальше сколько всего? Да, вот говорила вам про сумочки, сразу поворачиваемся. И вот есть сумочки. Это фирма Труп читается, да? Смешно так, как Труп. 56 такая сумочка. Сумочка выглядит классно, бомбово. Вообще очень здорово. Сумочки по 65 дирхам. Не, ну как подарок просто сумасшедший. Они реально в хорошем состоянии. Боже, сейчас снова, извините, в Абу-Даби там просто дотрагиваться не хотелось. Что сумочки есть, ботинки есть, кроссовки есть. Наташу найти не могу опять-таки. Значит, все классно. Эти же размерчики XL-ки пошли, а вот мы добрались к рюкзакам. О, это просто мое обожание. Я люблю рюкзачки. Ну, давайте сразу, цена висит, 52. Вот, Parkland, 52 стоит. Ну, вот что это? То это же вообще ни о чем. Parkland вот такой вот симпатичный. О, так он здоровый еще, плотный. Хорошо, тихо-тихо, для путешествий. Ч-ч-ч. Малыш, не падайте, я не хочу Россию ударить. 69 рюкзак. Я думаю, этот тоже стоит 69. Дальше чемоданчики. Ха. Переходите на сторону зла, у меня печеньки. Почем печеньки? 279.
Чемоданчики симпатичные, я вам скажу. Рюкзачки, чемоданчики, сумочки. Сумочки-бананки вообще мне нравятся, вот такие вот. Ой, класс. 35 вообще, ну, ребята, ни о чем. 35, какая бананочка. Ой, вообще. Рюкзачки. Не, ну это вообще, слушайте, сумка не... Что за цена такая? 49 фила. Класс. Чемоданчики. Ну, этот вот 119 стоит синенький. Вот это да, я в раю, народ, я в раю. 69. И видите, везде написано Brands for Less. То есть бренды за маленькие деньги. Ну, не за маленькие, но... А игрушки не могу не отметить. Посмотрите, какие здесь игрушки. Аладдин. Боже, какой класс. 22 дирхама такая игрушка. 22 дирхама. Вы можете своему ребенку купить за 22 дирхама такую игрушку найти? А что вот это вот такие какие-то плачущие монстры? Я не знаю, что это такое. Кто знает, пишите в комментах. 19 дирхам. Не, ребята, это копейки. Это копейки, это меньше 5 долларов. Так, сейчас постараемся развернуться с местными женщинами. Удачно развернулись. Ух, какой адик, елки-палки. Я такого не видела. 139, это какой-то прикольный. Розовый с такими темными вставочками. Здесь такое же бельишко пошло симпатичное. Чистенькое. Все по одному экземпляру. В общем, ребята, девчата, наступает жара. И поэтому много времени в Эмиратах вы будете проводить в молах. Вот вам и лайфхак. Гуляйте в Brands for Less. Такое удовольствие. Здесь топички. Давайте дальше посмотрим. Ага, туфельки. Ну, туфельки вот по одной паре. И вот эти симпатичные. И вот эти. Давайте сразу так цену вам быстро скажу. 73. Ох, не знаю, как вам показать. Они просто такие прикольные. Так, ах, цена принцесса воин. И вот такие гавайские. 99. Ну, туфелек много, огромное разнообразие. Ну, вот такие вот сандальки. Сколько они стоят? Сандалечки почем? 35. Ой, симпатичные. По 35, ребята, 10 долларов. Это очень симпатичные. Очень много всего. Просто нужно брать, смотреть. Давайте сейчас сверху, допустим, вот удобней. 39. Класс. Класс, класс, класс. И дальше, так понимаю, отдел детский идет. Вон Наташа что-то смотрит. И... Снова здесь туфли. Снова рюкзачки. О, мячики футбольные. О, это мое. Детский отдельчик. Ой, Кельвин Кляйн футболка. Я ее вижу. Знаете, что у меня классно? Что я влажу в размеры 10-12 лет дети. Запросто влажу в эти размеры. Поэтому... Даже можно пижамку Кельвин Кляйна себе купить. Наташ, ну что, как скажешь, магазин классный? Ну, надо искать, потому что если что-то... Я здесь очень много вещей видела интересных. Я сейчас просто телефон места, отложу. Очень много места и... Ну, нет вот этого вот... Ну, что, если вы не услышали, мало людей, много места и он чистенький. Триумф. Триумф сколько? Я Труссарди видела. 39, ну, хороший, надо померить. Я, короче, видела Труссарди, потом Ральфа Лорена, еще какие-то фирмы прикольные. Сумочка 49, ну это пляжная такая сумочка. О, вон сумки есть такие. Сейчас попробую подойти. Женщина замотанная, но не местная, не в черном. Так, что у нас в сумочке? 119. Дальше, не знаю, рюкзачок симпатичный. А ну что вы скажете? Мне рюкзачок очень симпатичный этот. 169. А выглядит, знаете, так хорошо дорого. Дорого выглядит. Вот сумочка снова. 149. РБ не знаю что. Ну как, ну, есть какие-то бренды, но я их не всех знаю. Лондон Фог какой-то, лондонский туман. Вон 149 стоит сумочка.
А здесь так интересно, доллар еще пишут иногда 98, а 99 дирхам стоит. 99 дирхам это 27 долларов, сразу вам говорю. Такие детские рюкзачишки прикольные. Это тема. И маленькие сумочки такие. Классненькие, уютненькие. 119 есть цена. Вот это вот 119 стоит. Бебе. Бебе это известная фирма, я тоже точно такую знаю. 119. Мне футболки привозили мои клиенты. Спасибо им большое. Всякие косметички такие. Но у меня когда подружка сюда пошла, говорит, только открылся, говорит, ой, ужас. Куча людей, вообще там не подойдешь. Никакой социальной дистанции. Не, сейчас все вообще очень круто. Ой, ну сумок еще просто море. Идемте посмотрим. Так, есть никого нет, никого нету, выглядываю. Вообще, если сегодня что-то выберу, я просто пойду в переодевалочку, вам покажу. Посмотрим. В общем, магазин ходить, не переходить. Ну что? Кстати, вот нашла себе футболочку, да, размер S-очка. Поло Ральф Лорен, да, класс вообще. Такого цвета красного яркого. Она на 105 дирхам стоит. То есть где-то 28 долларов. Не знаю, конечно. За эти деньги можно здесь еще пару футболок купить. Ну, симпатичная, да? И рядом же размерчик S-ка. То же самое мой размерчик. Смотрим. CK. Да-да, не ошиблись, это Calvin Klein. Чем такой тут такой этот тяжелый аж. Прям нашивочка 49 дирхам. А вот эту я померю. Такой цвет коралловый. Хочется что-то от брендов себе купить сегодня. Посмотрим, это мы померяем. Ну и вот третья. Ральф Лорен. Поло, классный рисунок, но она такая вот немножко широковата для S-очки. 80 дирхам. Ну вот, по крайней мере, что я выкопала из S-очек. А может L, XL, что-нибудь еще и покруче есть. Наташа уже такую тачечку прикольную взяла. Смотрит пояса. А вот я нашла себе снова S-очку, футболочку. Ну, симпатичная. Карл Лагерфельд. Но 109 стоит, 109. Вот, бренд. Так что еще раз повторюсь. Копайтесь в брендах, и будет вам счастье. Тебе очень хорошо. Я считаю, надо брать. В аэропорту сразу в бизнес-зону пропустят. Еще нашла S-очку. Смотрите, класс. С таким карманчиком. Снова Карл Лагерфельд. Но это уже 99 стоит. 27 долларов. Такая симпатичная черная футболочка. Прикольная. Мне что-то как-то больше пока нравится Calvin Klein, которую я взяла. Ну что, взяли такую тачечку вещей, и смотрите, что я нашла. Две рубашечки Кельвина Кляйна. Сейчас померяю, посмотрим. Кармашек, 100 долларов нету. Ну что за люди? Сзади тема такая вот, налипочка. Прикинь, ты идешь уже такая вот. Эта сумочка мне понравилась за 35. За 35 дирхам. Представляете, вот эта вот фива в бананочке. Я держу зам такой. Карл Лагерфельд. И чувствую себя вот как Карл. Ты что, заболел? Нет? Брендами заболел. Да. Между прочим, это... Пошла я Кельвина Кляйна мерить. Все. Ну, если честно, она мне нравится, но не за 99, за 40 бы ну, самый раз. С другой стороны, да, как бы 27 долларов, все-таки это Карл. Да не, ну и что? Кто там, а что такое Карл? Он продал свое имя, можно подумать, и умер. Карл, как ты? Так что, не, ну как-то, 99 too much. Она прикольная, она удобная, очень такой материал приятный, выходи. 89. Ну, это рубашка. Понятно, что она должна быть дрожь футболки. Что с... Calvin Klein серая. 79 дирхам. Ну да, непонятно, все я делаю мужские, но женские, они вообще какие-то куцые, вот с таким вот рукавом. Потом рассказывают, в школу нельзя приходить, нужно приходить с вот таким. Такой женский продается с вот таким, как я приду. Вы показываете свои эти плечи. Ну, симпатичные они рубашки, и цены хорошие. А ну подожди, она светлее, чем на... О. Ну, карман, да? Ну, как карман есть, ну, что-то в томе как-то удобнее. Приятнее. Это как бы теплее, можно сказать, теплее. Куда ты будешь носить? Мол, я буду выходить на прогулку, куда я могу носить, не знаю.
В общем, народ, пишите в комментах, что вам понравилось, и чтобы вы бы выбрали, а мы сейчас подумаем, возьмем что-то. Сейчас Наташа еще кучу вещей перемеряет. Я же нижнее белье взяла. Да, она взяла нижнее белье. YouTube все забанит. Я больше что показывать не буду. Берем обязательно. Положим все телефончики, будем плавать. Весь скарб. Поплывем в нейтральные воды. Где поплывем, непонятно. А давай проверим, она может это, порванная. Надувай. Время будет, пока я буду мерить. Ну ладно, сейчас будем надувать. Ну подожди, давай сейчас прям поднадую. Сейчас только салфетки надо вытереть. Сейчас, а то коронавирус, он близко. Я так здесь такая вышла за телефончиком. Я без маски. У меня такая паника, будто я голая вышла. Ага. А я-то всего лишь без маски. Тут такое впечатление, что голым можно, но только в маске. Так, что это здесь такое? О, она с двух сторон там тоже есть. Странно. Что я уже подула, по-моему. Смотри, вон и там. А, блин, а что я думаю, что здесь оно закрыто? Здесь я не подумала. А какая разница? Протирать надо. Я же не могу понять, как он дувается. Оно как-то. Ну-ка. Вот, оттуда отчебучить надо. Отчебучить? Что такое отчебучить? Так, это мы типа надули. А теперь надо еще вот эту часть надуть. А, ну, понятное дело, оно плавает с тобой, держится на плаву. Но это важно, реально. Если слушай, так на ней там, можно полежать, мы слушай, лазили, как мы можем ну оставить? Да, под голову, кстати, можно же тоже ее положить. 17 дирхам, это сколько? Все, я надула. 17 дирхам, но если 20 дирхам, это 5 долларов. Так, меньше 5 долларов? Ну все, ну такая удобная вещь. А хорошо, вещи где лежат, получается, ну открой. Вещи на ней сверху. Ну, подожди, внутри, подожди. Конечно. Да, я но есть место для вещей, вот в чем вопрос, ну надула. Смотри, нам два телефона и буквально документы дофига. Ага, и 50 тысяч долларов, да? И миллион долларов. Да, миллион долларов положить. И, наверное, ключи там на всякий случай. Ну, пускай будет. Пускай будет, за такие деньги. Ну, ребята, вы же скажете, мне кажется. Прикольно. А что там нарисовано? Морской конек, море типа вот ну, это. Ну все, сохраним морского конька. Не классно, сейчас посмотрим. Гамбург, Германия. Сделано в Гамбурге. С Германией. Слушай, мне скажется, гамбургер, наверное, я и есть хочу, потому что к чему тут гамбургер? Покушаем, он тут не закрывается, потому что это штучка решила. Надо будет проверить. Кстати, да, надо проверить, чтобы они не порвали стильно, на стиле. Вот это круто, вот это бренд, я понимаю. Я так буду по молу выходить, здесь я положу карточку. И поплыла. Никто не видит, блин. Все, ставьте лайчочки, пошла я выбирать. Давай. Ну что, друзья, из всего Кельвина Кляйна мы выбрали Наташу трусы и Кельвин Кляйн. За 15 дирхам отличная цена. Да ты посмотри, там же еще надпись, я тоже заразилась. Наташа меня ругала-ругала. Ругала-ругала и сама. Подожди, где же она? Да нет. Еще где-то там была? Не дурите, тут прямо, чтобы все видели. Держи, давай показывай, я буду снимать. Да, давай ты поснимай, пожалуйста. Наташа сейчас покажет, какое белье себе выбрала. Сейчас, ну, белье, конечно, мы не снимали, вы же понимаете, что YouTube этого. Вот. Ну, это вообще Кельвин Кляйн. Подожди, еще сейчас, чтобы навелось. Ну, я думаю, там видно было чуть-чуть. И вот еще показываю. И вот это Триумф. Триумф сколько? 19 дирхам? 19, и это 39. И да, и лифчик 39, а вообще он... Что? Фирмы какой? Триумф. Триумф тоже, ну... Так что вот. А из всех футболок мне понравился Карл Лагерфельд, но он, конечно, не стоит таких денег, в принципе. Ну, 99. Ну, черный, да, ты имеешь? Да, черная, самая классная. А Кельвин Кляйн, то просвечиваются футболки, то серые большеватые рукава. Ну, ладно, это не стоит, чтобы того брать. Ну, возможно, это у нас еще не последний поход в эти магазины. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам хорошего. Трусы от Кельвин Кляйна. Трусы от Кельвин Кляйна.